Так, это у тебя какой, 2018, да, год? Да, И как она называется точно? Kia. Kia. Впереди. И марка Kia Soul. Soul, да? Классненькая машинка. Сейчас так тоже я покажу. Ну, такой передок у нее красивый. Новая машина у Ирины. Kia. Да, они классные. А чья это, Ира? Ничьи? Корейские, да? Ты открыла, да? Что-то не открывается. Два раза, наверное. А, да ладно. Такие сиденья черные. Ой, прям пахнет новой машиной. Да, мне так нравится вот этот запах новый. Так. Ну, тут всякие прибомбасики. Я не знаю, что к чему. Так. Ну, сзади тоже так. Два сиденья, да, так удобно. Ну, третье такое, если ребенок посередине будет сидеть. Стаканчики поставить удобно, да. Ну, тут всякие вот. Да? А багажник, ты говоришь, открой, маленький, открой, да? Так. Ира говорит, что низко, когда садишься. Так. Ну да, она примерно вот как моя машина по высоте, но то ли сиденья как-то посажены, да, вниз. Да, да. Я себе вот тут подняла, потому что я привыкла, знаешь, как-то свысока смотреть. Я вот это подняла его. Мне так удобнее, потому что я не мог какой-то опустишь. Поэтому, наверное, и кажется, что немножко внизу и сидишь, вот а так по высоте она нормальная. Как-то выгнули, знаешь, спина дугой. А что, их разве нельзя регулировать? Нет, их там можно поднять, опустить. Эмма! А ну домой! Да. Их там можно поднять, опустить? Ну, вы говорите, спинку опусти. Я говорю, нет, мне так... Спинку, ну да, если... туда вообще. Не, ну чуть-чуть, может быть, тебе не пару там сантиметров упустить. Не, я подняла пару сантиметров. Да? Ну классно, хорошо, такая удобная. И вот это, я говорю, мне нравится запах новый, новой машины. Так, Никитке подарки там принесли. Что там внутри? Ты уже знаешь? Или открывать будешь потом, да? Когда поешь пиццу, тогда... Ладно, так вот, пиццу привезли. Никиткин вафельный торт, значит, детское шампанское, напитки. Сейчас еще будет блюдо. Так, увидели, что что-то мигает за окном. Никита первый увидел. Так, смотрим. Так вот приезжают спасатели первые. А кому-то плохо стало из соседей. Вот эти два дома. Обычно всегда спасатели первые подъезжают, и потом уже попозже должна подъехать скорая помощь. Так, что-то я не вижу нигде огней. А, вот, кстати, смотрите, вот и скорая подъехала. Спасатели, они первые оказывают эту помощь, а эти уже обычно медики, они там, под, так скажем, под конец, и они, если нужно, отвозят в госпиталь. Так, вот видите, вывозят эту каталку, да, будут, видимо, забирать. Это соседям сплохело. Это, кстати, вот этот дом, куда они идут, можно назвать дом инвалидов. Частный дом. Здесь живет несколько инвалидов. За ними ухаживают круглые сутки специальные люди. Они там по сменам меняются. И обычно где-то 3 человека живет в этом доме. Еще кто-то подъехал. Может быть, кто-то из этих caregiver, которые ухаживают за ними.
Так что у нас здесь весело. Да, вот видите, увозят кого-то. Они на этих каталках прям всегда в дом, в квартиру заезжают. Очень удобно на колесиках. И обычно спасатели там 3-4 человека, потом 2 на скорой помощи. И если нужно, да, где-то по лестнице, они там все вместе спускают. Все увозят. Смотрите, что я нашла. Такая доска классная, разделочная. Вот в подарок подарить это вообще. Я бы лично хотела получить. Это Вашингтон, наш штат. Так, не знаю, с чего она точно сделана. Может быть, бамбук. Надо потом посмотреть. И вот смотрите, вот наш Спокен, потом все городки нашего штата. Сиэтл, Такома, Олимпия. И вот все городки, которые в нашем штате находятся, можно здесь увидеть. Классно. Класс. Интересные штучки. Они, смотрите, тканевые, вот для хранения бокалов. Очень удобно. Вот для хранения тарелок тоже. Классно. Чтобы не в коробках хранить, да, вот так вот убрал. Решила сегодня приготовить шарлотку. Знаете, уже, наверное, года 2 не готовила. И вот последние вот эти недели уже третий раз готовлю шарлотку. Все время по-разному. Сегодня вот так я порезала яблоки. Вот такую вот клюкву использую. Cranberries называется. И малинка у меня замороженная. Клюкву обычно я часто туда кладу. Малину никогда не клала. Вот первый раз. Ну, я вообще люблю, когда много ягод, оно вкусно. Вот эта клюква такую кислинку придает. Так, вот тесто у меня. Что добавила в тесто? Вот cinnamon, это корица. Turmeric. Не помню, как вот это называется. Приправа желтая. А, куркума. Куркума. Для цвета, для вкуса. Вот такую вот пудру использую. И сегодня также соды добавила немножко, потому что последние разы что-то как-то шарлотка у меня не очень поднимается. Ну, посмотрим, как сегодня будет. Хочу сегодня вам немножко вот о ногтях своих рассказать. Так, не знаю, видно или нет. Но у меня все ногти слоятся. Это ужас. Каждый ноготь. Не буду больше показывать на двух руках, что у меня произошло. Когда я уезжала в отпуск 2 месяца, да, назад, то я делала, знаете, такие накладные ногти. И считай, 8 дней у меня ногти не дышали. И я уже заметила, после этих накладных ногтей всегда ногти ужасно начинают портиться и слоиться. И вот уже почти 2 месяца никак не восстанавливаются. И что я совсем забыла про свой коллаген. Про коллаген я недавно узнала, может быть, с полгода назад. И пила его, где-то у меня уже половина здесь нет. Потом, знаете, убрала и забыла. И тут думаю, да что я? Что я жду, пока у меня все ногти развалятся? Вот коллаген. Классная штука. Я когда летом его пила, очень хорошо у меня ногти укрепились, и волосы меньше стали вылазить. Вот он для кожи, для волос, для ногтей. Хорошая штука. Также вот еще покажу. Вот цинк сейчас пью, это для иммунитета. Недавно болела и купила вот такой мед Манука Хани. Это из Новой Зеландии. Очень такой, знаете, вкусный целебный мед. Он бывает с разными привкусами. Такой специфический у него вкус. Очень полезно. Вот когда болеешь, и так приятно для горла. Это Trader Joe's магазин я покупала, вот кто в Америке. Также вот это кофе из Trader Joe's тоже мне нравится, колумбийское. И тоже вот Trader Joe's я подсела на macarons. Такие пироженки. Ой, такая вкуснятина. Они вот разных цветов, разных вкусов. А у меня здесь еще половиночка осталась. Покажу, если кто не видел. Вот такая вот вкуснятинка. Say again, please.
I love you, Grandma. Good job, my boy. Говорит, я люблю тебя, Грэма. Вот Кейден приехал в гости. У Никитки тут сидит. Как король. Лежит, вернее, да? Смотрит там всякие мультики. Покажи кису, покажи, как у тебя киса играет. Show me киса. Вот так она пищит. Ага. Классная такая еще эти. Сейчас, сейчас я кису покажу. Ух ты, как она рычит. Не нравится, да, это муви? Ну, другую поставь. Это Никиткина была, вот Кейдену досталась кошка. А покажи касатка, где касатка? Акула, где акула, Кейден? Where is shark? Вот она, касатка, тоже красивая, тоже Никиткина игрушка. А это все там мяучит. Так. И Ровка тут следит. Рови! Рови, да. Без Рови никуда. Да, Рова? Без Ровика никуда. Так устал, аж лапы кверху поднял. Ровка, бедный, одним глазом еле шевелит. Вот ты устал, да, Рой? А это органик каши. Разные, с разными добавками. Здесь тоже различные, вот семена чиа есть, флаксид, ну это там льняное семя, да, чиа, не помню, как это переводится, но чиа я употребляю, это семя, постоянно в еду. Вот каши, каши разных разновидностей, так, это тоже, я беру, вот она сколько, 4,79 стоит, но я на вес беру в другом магазине, будет там подешевле. Сейчас везде, везде этот органик. Вообще люблю все в магазинах выбирать. Ненавижу вот это по интернету, там что-то искать, заказывать. Я это и не делаю. Все люблю в магазинах смотреть и покупать. Так интересно, вода здесь стекает. Шум воды успокаивает. Люди сидят там возле этого водопада. Сегодня погода у нас такая пасмурная, но уже все чувствуется весна. 5 февраля. У нас прям весенняя погодка. В этом году зима классная, снега мало было. Так что уже почти наслаждаемся весной. Дождик, конечно, временами, но это неплохо. Так, нахожусь в магазине Берлингтон. Вот для Кейдена одежду набрали. Ой, и такая обувь классная для девочек. Никогда не могу мимо пойти. Какая красота. Так, где-то видела. А, вот, вот эти мне вообще понравились. Такие розовенькие с бубончиками. Классные. $25 стоят. И такие тоже моднячие. Так, вот это поло. Поло почем? $16.99. Вот Майкл Корс тоже для девочек. Классненькие. Почем они? Так, $15. Так, что тут еще интересно? Ой, тапочки классные. $8.
Смотрите, такая красота. Это магазин Trader Joe's. Интересно, сделали апельсины и сверху розы. А здесь можно взять покушать. Вкуснятину всякую. Классно. Здесь также кофе. Всегда я беру такое органическое. Уже заваренное стоит. Вот такую вот стиви они тоже ставят. Вкусно, мне нравится. Хотя я дома ее не использую, но здесь всегда. Или можно сахар коричневый. Молоко стоит. И вот мы с Никиткой после трапезы решили кофе запить. Так, жду Никиту со школы. Это скулбасы стоят, приехали за детьми. Вот здесь отдельное крыло, где дети выходят с ограниченными возможностями. Вот мальчик, уже двое стоят, его уговаривают, не хочет идти в автобус. И что-то они там с ним беседуют. Снял свои эти, скинул сапоги. Ну, потому что дети разные учатся с разными диагнозами. Еще один выскочил. Что-то Никитки нет. А ты что там разглядываешь? Бижутерию женскую? Бриллианты. Бриллианты. Да, ну какие бриллианты, а? Всякие, какие хочешь. Все горит и светится, да? Так, вот тоже в стиле американского флага. Такая накидка. Что-то я не пойму. Там рукава, что ли? Как-то сделано так непонятно. Ну, короче, накидка. Это к 4 июля. Раньше не было этих кабинок. Вот я их только впервые вижу. А, прикольно. Они тут орут на весь мол. Я думаю, кто там орет. И какая красота. Good girl. Такая красивая туфелька, флакончик. $115. Кстати, пахнет так себе. Вообще я не могу себе найти нормальные эти запахи, духи. Они все какие-то сладкие, все такие вонючие. Чем мне нравились, у меня есть маленькая такая упаковочка. Уже 2 года никак не могу использовать. Гуччи. Excuse me. Так, сегодня здесь какие-то прически делают. Да, это секрет Виктории. Виктория Секрет. Смотрите, какие труселя. Че? Вон, Виктория Секрет. Ну да, так называется. Ну, здесь даже какие вон панталончики есть. Красота какая. Красота. Так, труселя. 3 за 35. 3 штуки любых. Так, что здесь интересненького? Парфюм. Я уже так набрызгалась в Сефоре, уже вся пахну. Даже не хочется пробовать. Так, очень популярный американский бренд в Америке, Victoria's Secret. Нижнее белье. И различные... А, у них даже вот и одежда есть, в принципе, не только нижнее белье. Духи, крема. У них очень хорошего качества вот эти бра. Очень хорошо держит грудь. Кстати, вот в этих стоковых магазинах почти невозможно найти их белье.
Его почти не бывает. Я, может быть, один раз где-то видела и все. Видела еще, знаете, в Гудвилле. Поношенное, когда сдают. А так, чтобы вот со скидками, почему-то его почти нет. Китка жует роллы. Ну, такую вот вкуснятину взяли. Это Панда Экспресс. Что-то они новые эти дали, стаканчики детские. Вкусно? Да, а батракон уже закончился. Да. Дома так уютно, а на улице смотрите, что творится. Вообще я в шоке. Еще вчера была весна. Сегодня 14 февраля. Вот представляете, какой у нас сюрприз на 14 февраля. Снега уже с декабря месяца не было. В принципе, была уже такая отличная погода. Запах весны. И снова пришла зима. Кошмар, кошмар.